корпорация Oracle анонсировала свой новый блокчейн-сервис. Произошло это во время открытия ее ежегодной конференции Oracle Open World. Новый облачный блокчейн-сервис направлен на предоставление корпоративным клиентам, заинтересованным в технологии, полностью управляемого подхода. Старший вице-президент Oracle Cloud Амир Завери сказал, что использование блокчейна может кардинально изменить процесс ведения бизнеса, сделать взаимодействие между бизнесом более безопасным, прозрачным и эффективным, сообщает Cointelegraph. В августе этого года Oracle анонсировала совместную работу над облачными сервисами с Hyperledger. Гигант программного обеспечения полагает, что они могут повысить ценность и помочь компаниям, заинтересованным в технологии блокчейн, предлагая базовые возможности технологии с открытым исходным кодом.